Доктор Ватсон. Ватсон? А где доктор? Инспектор, доктор Ватсон мой новый сожитель. Это не мое дело. У нас свободная страна, и каждый живет как хочет. Да вы неправильно поняли. У нас ничего такого, мы просто живем вместе. Это меня не касается. Да мы соседи по жилплощади. В любом случае, я ничего никому не скажу. Холмс, что вы молчите? Скажите хоть что-нибудь. Инспектор, да мы знакомы с Ватсоном всего лишь 5 минут. У нас в стране свободные нравы, и каждый живет как хочет. Инспектор Лейстрид показался мне полным идиотом. Я все слышал. Итак, инспектор, скажите, с чем же вы ко мне сегодня пожаловали? Ах да, мистер Холмс, сегодня в 5:34 по Гринвичу в Баскервиль-холле произошло страшное преступление. Ура! Насколько страшно? Вы мою жену видели? Так вот, в 2 раза страшнее. И как же это все произошло? А я вам сейчас спою! Рано утром на рассвете к Баскервилям я зашел. Там в столовой на паркете пару мертвых тел нашел. Я краснею, я бледнею, дыбом волосы стоят. Вдруг гляжу, собака килограмм 150. Раскудрявый был сегодня я с утра, но от страха дыбом стали волоса. Вам стали, повыпадали, когда увидел я пса. Инспектор, она исполнит 3 ваших желания. Не успеет. Я работал в рыбнадзоре. Там уже курица. И вот, когда я узнал об этом страшном преступлении, я сказал себе: инспектор, только 2 человека могут распутать это ужасное преступление. Это мистер Шерлок и мистер Холмс. Кстати, где они? 28, 29, 30. О, они сейчас будут. Итак, джентльмены, мы все едем в поместье Баскервиль. Ватсон, я должен взять с собой свою скрипку, трубку и лупку. Лупу, трубу и скрипу. Инспектор, на чем мы можем добраться до Баскервиль-холла? У меня всегда с собой мой полицейский кэб. Да. Ну что ж, джентльмены, в путь! Черт, все время забываю. Thank you.
дорога серою лентою вьется. В Лондоне погода обычная дрянь. Да в Баскервилле холодно, шкеп доберется. Если без проблем мы проскочим Рязань. Не задержит нас в Казани слякоть. В Сыктывкаре переждем пургу. Вряд ли миссис Хадсон будет плакать, если не вернемся мы к ужину. Обедаем на месте. Вот Владивосток за окошком мелькает. Сочи, Краснодар, Туапсе, благодать. Что там за деревня? А кто ее знает? Вот и до Йоркшира рукою подать. Табаком от трубки мы провоняли. Кто заплатит кэбмену, не гу-гу. Может, Баскервилле нас не ждали? Ну, а мы приперлись на покерегу. Пешком. Инспектор, идемте след